Ребята, канатик детей. И Маша. Мы сегодня открываем поширку розетки. Это что? Розетка какую утюг ставят? Нет, это магазин. Привет, ребята! Да, мы сегодня открываем вот такую посылку с розетки наших детей. Ку-ку! Нас даже и не видно. Ну что, сейчас мы ее распакуем. Дети, вставайте. Будете сейчас все это выгребать, разгребать. Так вот к вам ее поверну. Вот так вот. О. Девочка! Что там? Девочка. Вытаскивайте. Девочка! Это девочка, что-то для Маши. Давайте... Машину! Ого! А ну давай посмотрим. Какая-то девочка нарисована. Давай мама посмотрит. Это у нас какая-то девочка нарисована. Это что-то для Маши. Мы разберемся. А у Тимы? У Тимы какая-то суперакула. Ничего себе! Доставайте еще. Что там? Тима, Даша, что? Путешественница. У Маши кто? Даша-путешественница. Даша-путешественница. Что-то это какой-то наборчик тоже. А у Тимы что? Какие-то приколы. Это какие-то коробка с приколами. Будем прикалываться друг над другом? Да. Ух тышка, держи. Давайте еще доставайте. Есть там что-то еще? Что это такое? Пони, какие пони? Давай посмотрим, что это за пони. Это какая-то игрушка Плейдо. Мы будем ее разбирать потом и лепить. Тима, а у тебя что? Это коробка такая тяжелая. А у Тимы какая-то рыбка. А у Тимы какая-то рыбка попалась. Немо, рыбка. Это тоже какая-то масса для лепки. Будем творчеством заниматься. Что, еще там что-то осталось? А ну, смотрите. Что это там осталось машинки. Такое? А ну, покажи, что за машинки такие. Пирожки. Это какие-то машинки легкие. Ку-ку, Маша. Это какие-то машинки легкий пластилин. Тоже что-то для творчества. Ого, сколько у нас всего и для творчества, и для развития. И даже какая-то коробка с приколами. Хотите распаковать игрушки вместе с нами? Следите за новинками на нашем канале. Не забудь поставить 5 хвил. Пока-пока. А игрушки для девочек я буду раскрывать на канале «Дядя Дима».